и лилии в этом году что-то не очень. Виктор Попов переехал из квартиры в собственный дом 2 года назад. Деревенский парень, как он сам себя называет, всегда мечтал жить на природе, чтобы был простор, свежий воздух и, главное, душа пела. Желание сбылось. Здесь и загорать можно, вот, и с цветами возиться, клубнику, картошку посадил. Ну, там по мелочам, что петрушка, укропчик такой вот, редисочка, щавель. Конечно, здесь не южный огород, однако урожай тоже неплохой. Например, клубники Виктор собрал уже 4 килограмма. На ветках спеет еще. Своими грядками мужчина похвастался перед переписчиком. Весь август сотрудники Мурманскстата планируют ходить по личным подсобным хозяйствам и фиксировать, что и кого выращивают северяне. Животных, близлежащих к Мурманску поселках, практически нет. А более южных – это кандалакша, апатиты. Там уже и культур побольше, и животных больше. Эту перепись проводят в основном, чтобы опираться на свежие данные при определении мер господдержки аграриев. В Мурманской области переписать планируют около 7 тысяч хозяйств. Не только дачников, но и фермеров. Сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занятые в этой сфере, заполнят электронные переписные листы и направят нам путем веб-сбора. Информацию переписчики собирают конфиденциально. Важно проверить у сотрудника Мурманскстата удостоверение, чтобы не нарваться на мошенников, предупреждают в ведомстве. Лада Егорова, Илья Бояркин, ТВ 21+.